линолеум постелили новый. Лампочка? Ну, нет, тут светодиоды, тут лампочки поубирали нахрен. И вот, ебантяй, который едет. Нет, ну нахрен. О. Он грузовой поехал. А я 72 на маленьком. Ого. Давай, закрывай, а то мало ли сейчас люди приедут сюда, братан. Погнали на другую сторону. Ё-моё. О! Охренеть, блядь. Да. А что, грузовой приехал разве? А грузовой приехал? Как курица, тук-тук ты. Во. Дырка с под табло. Это тут вообще табло должно быть. Ну, на одном этаже. И тут еще одна дырка должна была быть. Маленький приедет разве? Маленький, блин. Давай подождем небольшой грузовой. Охренеть, я на погрузку вылез. Все, поехал. В смысле, он что, работает на этой стороне? Что, грузовой? Нет, я имею в виду, он двухслойный. Двухслойный? Да. Просто я несколько раз видела, что, ну, бывали такие случаи, что вызываешь лифт, например, на первом открывается один, а второй, ну, потом нажимаешь, и второй едет. А если сверху, то работает это по-другому. Здоровяк прет. Его не видно. Короче, Арик, где ты, ну? Хрен. Что делать? Ближе. Все, приехал. Приехал. Точно? Да. Ё! А, я думал... Я не хочу. Да не ссы, поедем. Нет. Не ссы. Не, я не хочу вторую створку открывать. А что там? Это вторая створка открывается, там просто вон ручка. А что он так сел? Подожди. Безопасный выход? Да. Точно? Да. Не ссы, это... Ну так нажимается, поехали. Не ссы. А мы не застрянем? Нет. Ну, ладно. Я сам боялся грузовые лифты, теперь все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну пиздец. Вот тут двери, конечно, да. Да не ссы. Да не ссы, доедем. Если что, тут вот номер есть лифтеров. А если мы на стоп, если, допустим, канаты оборвутся, то что? Ну, у нас становится и все. Если на этаже, откроют двери. Ну, тут двери, конечно, да. Пипец какие.
Я несу. А, на первом же вахтёрша, да? Все, короче.